В перинатальном центре больницы Середавина также приняли участие в выборах. Подробности в нашем сюжете. Пациентка Алина Акдерлин находится на 9-м месяце беременности и с нетерпением ожидает появления на свет дочери. Алина уже работала на выборах в качестве члена избирательной комиссии, а в этом году голосует в новом статусе – будущей мамы. Отдать свой голос – это очень важно для каждого гражданина, да, на мой взгляд. И мы выбираем человека, который будет руководить, да, принимать важные решения, которые отразятся на каждом жителе нашей прекрасной области. В этом году 51 пациентка перинатального центра приняла участие в голосовании. Некоторые успели проголосовать еще будучи в ожидании малышей, другие – после родов. По санитарно-противоэпидемическим правилам наши пациентки как бы вот в таком месте находятся, что они не могут покидать свое место лечебное. И поэтому мы всегда приглашаем на места к нам голосовать. Нас всегда слышат и нам идут навстречу. Нам всем это очень удобно. Пациенты главного корпуса больницы Середавина также могут принять участие в голосовании. Для лежачих больных организовали голосование в палатах. Августина Охременко, Николай Епифанов, «События».